Привет, футбольные болельщики, дорогие поклонники различных клубов. Сейчас, как мне кажется, когда мы говорим о каких-то европейских клубных чемпионатах и турнирах, таких как Лига Европы, все клубные и пристрастия уходят на второй план. Особенно, если мы говорим про команды из бывшего СССР, мы поддерживаем абсолютно все команды. И украинская команда «Заря», которая на выезде будет играть против Герты, не исключение. Меня, кстати, зовут Егор Дергачев, вы находитесь в моем видеоблоге, и именно прогноз на поединок Герта-Заря сегодня вы и увидите. «Заря» успешно сыграла против немецкой команды на своей арене, на своей площадке. И, в принципе, украинская команда показывает интересный футбол. «Заря» идет в группе лидеров, и, мне кажется, должны футболисты претендовать на то, чтобы пройти дальше по турнирной сетке Лиги Европы. Но для этого нужно набирать очки в матче с Гертой. С Гертой, которая не показывает какого-то вау-футбола. Нет той зрелищности, нет той сыгранности почему-то у футболистов Герты. Я предлагаю вам просто, может быть, где-то из патриотических точек зрения. Я повторюсь, я политику отодвигаю далеко на десятые ряды. Давайте просто смотреть за хороший футбол и верить в то, что «Заря» не проиграет. Коэффициент на такой исход 2.50. Мне кажется, что вполне себе эта ставка может зайти. Вспомните поединок этой украинской команды на выезде против «Атлетика» из Бильбао. И я думаю, что вы со мной согласитесь. А раз так, то поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. В комментарии напишите еще свои варианты ставок на матч Герта-Заря. И, конечно же, я жду вас всех у себя в друзьях ВКонтакте и в своей группе ВКонтакте. Ссылочки на обе страницы вы найдете в описании у этого ролика.